Сейчас вы наблюдаете, как кабаны охотятся за слепыми собаками. Природа Казахстана удивительна. Так, что нам нужно делать? Исследование аномалий. Получить у техника специальные сканеры. Да, конечно. Сканер аномальной активности. 3 штучки. А их можно продать? Ох, елки-палки, вот те сканеры по 2 килограмма. Спасибо. Но я лучше, наверное, как-нибудь по-другому. Можно без них? Они что-то это... тяжеловатенькие, так сказать. Я кому-нибудь подарю что-нибудь. Лучше. О, так ему ничего не интересно из моего репертуара. Тогда смысл? Вам тоже ничего не надо. Ну что ж, пошли. Правда, сканеры очень тяжелые. Что мы должны сделать? Сканер разместить надо. Вот здесь. Слушаю тебя. Кто-нибудь здесь есть, проводник? Вы бы не могли подписать мою петицию? Ладно. А нафига мне сканеры такие тяжелые? Нахера столько картошки? А, так у меня с собой автомат. Ёлки-палки. Итак, мы пришли вот сюда, потому что нам нужно срочно ставить, вернее даже продать вот это оружие. Что, до сих пор тяжело? Что у меня тут такого? 300 патронов для пистолета. Ну да, ну да. Я же их с собой каждый день использую. Ах, как хорошо, когда после школы снял рюкзак. Примерно так же ощущаешь себя. Нам, похоже, нужно сюда. Не очень люблю это место, честное слово. Вот мы и здесь. Что-то тут похоже на российские дороги. Каждый день такое вижу. Так, здесь нужно жаропонижающие средства. Видимо, тут температура слишком высокая. Похоже, у меня таковых с собой нет. Ну что ж, охота за артефактами. У нас сейчас явно сгорит наш костюм. Ох, здорово мы прыгаем. Интересно, сможем мы также вернуться? Здорово, как прыгнули сюда. Так, свяжу, берем артефакт. Ага, сюда не заходим. Повезло мне. Такс. И теперь нам нужно похилиться. Тут-то жестко мы здоровье потеряли. О, какой чудесный артефакт. Правда, у нас есть лучше. А это у нас что? Это у нас каменный цветочек. Устанавливаем сканеры. Я уже помню, что тут будет, честное слово. А-а-а! Так нужно разместить несколько сканеров. А я как дурень сижу тут, жду, пока этот сканер просканирует. Итак, размещаем сканер повторно. И отсюда побыстрее, как говорится, уходим. Как говорят настоящие сталкера, сваливаем и делаем ноги. Примерно так мне папа рассказывал, как он возвращается со школы. Они проходили такой же путь, по его словам. Я сейчас уже вспоминаю, для чего нужен вот этот вот, как сказать, сканер. Он же сканирует, где находятся артефакты. И, соответственно, я смогу пользоваться этой ценной информацией. Поэтому мы заработаем на этом. Так, появился... Это значит, в зоне черный сталкер. Я его не вижу. А, ну теперь вижу. Это зомбированное. Ну что ж, наши друзья. Минус один. Минус практически два. Да, минус два. Все, дорога чиста. Можем спокойно идти и лутать их. Ох, зачем мне столько патронов?
Я, честное слово, не совсем понимаю. Неужели ничего нету? Действительно. Так, сюда идем. Сюда идем. Сюда не идем. Сюда идем. Кое-что попьем. Дальше идем. Ох, я испугался. Я разместил сканер. Таким страшным звуком, оказывается. И выходим отсюда. Быстрее. Желательно. Ага. Тайничок здесь. Я вижу по карточке. По карточке, по карте вернее. Тайничок где-то тут. А вот он наш добренький. Только я его не могу взять полностью. Ах, чудесный тайничок. Что ж ты не берешься? Ну все, мы все взяли. Что ж мы взяли? Мы взяли крутые пистолеты. Которые мы вскоре продадим, я думаю. И что ж, идем мы. О, я помню то место, там надо паркурить, кажись. Мы проголодались. Ну ничего, у нас есть с собой батон, который мы отобрали у одного интересного типа. Так, что это? А, бандитские места. А сейчас я с бандитами, наверное, враг, да, после такого? У нас, значит, место на диске кончилось. Вот, я хотел сказать, вот тут этот вентиляционный комплекс, который я просто ненавижу. Ну, многие, наверное, знают, да, почему. Там один есть квест, связанный с этим комплексом. Бандиты. А они теперь это, да? Нам вредят. Ну, это жалко, жалко, честно. Сейчас вы наблюдаете, как кабаны охотятся за слепыми собаками. Природа Казахстана удивительна. Итак, природа Казахстана на этом закончилась. Вернее, разнообразие природы. Что ж, попаркурили? А, сканер можно поставить и здесь. Ну... А, даже здесь. А я уж хотел полезть. А, может, стоит все-таки полезть? Артефакт? Да, стоит полезть. Спасибо за артефакт. А его нельзя взять. Просто потому, что мы живем в таком месте. Удивительно. Паркур в сталкере — это когда не надо разбегаться, надо просто правильно прыгать. Уф. Неправильно прыгнул, проходи заново. Правила сталкерского паркура. И это, эти правила меня уже начинают это подбешивать, как сказать. Так сказать. Я уже, наверное, 50 аптечек просрал на этом месте. Природа Казахстана удивительна. Это действительно так. Правда, я не был в Казахстане и... видел его только по некоторым видео. Так, с минус один. Минус два. За что они ко мне агрессивны? Я, честно говоря, уж и не помню. Ах ты ж тварь. Я тут паркурю, видишь ли, а они в меня стреляют. Вот уж природа Казахстана. Действительно удивительно. Согласны со мной? Допрыгну? Да. И что? Зачем я сюда пришел? А, вот. Теперь понятно. И даже кроме этого артефакта никакой награды нет. А это у нас восстановитель здоровья. Ох, как прекрасно. Как прекрасно. Хороший артефакт. Ну что ж, бежим к ученым и забираем нашу чудесную казахстанскую награду. Ну, почему казахстанскую? Ну, забираем нашу награду.
интересно, насколько разработчики постарались, чтобы заснять такой интересный звук ночью? Типа всякие там кукушки и прочее. Проходим. Да, обязательно нужно пшикать на руки специальным антисептиком. Привет! Какие модификации? Нет, мне нет. Удачи тебе! Всем, кто меня слышит! Ого! Здравствуйте! Да-да, рад видеть нового человека в нашем веке. Я установил сканеры. Так, замечательно. Какие результаты? А. Я поищу аномалию. Ладно, хорошо. Так. Аномалия у стоянки. Там есть артефакт. Отлично. Просто отлично. Мне, честно говоря, лень смотреть. Здравствуй, ты кто? А, ну мы типа здесь здорово, выброс переждаем, тебя. Да? Интересные дела, честное слово. Я слушаю. Знаете, что я предлагаю? Я предлагаю, значит, завершить на этом интересном моменте серию. Всем спасибо за просмотр данной серии. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Да, скоро выйдет второй сталкер. Мне надо успеть пройти этот сталкер. Мне надо постараться. Так что всем goodbye!